Он столько трудов потратил, столько труда было вложено в этот проект. Ногу отрежу, быстренько взвесимся и обратно пришью. Вот этим вот людям показать, насколько ты прогрессировал, брат. Все, перед смертью надышишься, мужик, давай. Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Столяров. Все, день X настал. Заключительный ролик в 2018 году. Проекта, где наш супер Стас худел на фантастическую цифру 30 килограммов. Хочу вам напомнить условия этого проекта. За 1 месяц и 20 дней Стас должен был похудеть на 30 килограммов. А если к 20 декабря он не худеет, то он мне должен 100 тысяч. А если он похудеет, ты и он вред мне на улице. Сейчас мы ждем Стаса, он переодевается, и все узнаем, кто из нас победил. Значит, настал этот день, сегодня 20 число, конец проекта. Совсем не радостно, потому что понимаешь, что походу, есть сомнения по поводу того, что я похудел, потому что последний результат, который взвешивался, не сильно меня обрадовали. Сейчас иду к Лехе, будет вешаться и смотреть, отдам мне 100 тысяч или побри его на лысо. Супер Стас в зале! Сегодня закончится то, что мы начали. Не будет вот этих ночей голодных звонков. Звонки, ты на тренировке? Я говорю, нет, я работаю. А он такой говорит, кардио. Я говорю, я работаю. Он говорит, кардио. Я говорю, я работаю. То есть вообще Столярова было не пробить ничем. Ни работой, ни температурой. Так, короче, надо набрать Стаса, потому что что-то он давно не звонит. Мне 2 дня уже отдыхает. Алло, братан. Да, температура? Нет, температура, нет, только горло, я не знаю, как тренится. Брат, давай, короче, тогда так, сейчас, иди в аптеку, и вечером созвон, и, может быть, надеюсь, что ты выздоровеешь, потому что, братан, до проекта осталось совсем чуть-чуть до конца. Давай, спасибо тебе большое. Ну, проект получился крутой, самое главное, реально, было все, брат. Был страх, были фантастические какие-то от тебя вещи, как, например, сальто назад, были 4 килограмма за одну тренировку, был прыжок с 10 метров, просто бездумный, бам, и полетел. Но самое главное, это мои волосы, 100 тысяч, на всякий случай я уверен, что он их принес, и твой вес. Он должен составлять ровно на 30 килограммов больше. Давайте смотреть, я сейчас ногу отрежу, быстренько взвесимся и обратно пришью. Полетели. Да. Ну что, пока ты не взвесился? Стоп. Что такое? Может это со спойлером этим нашими объемами, давай без этого. Не, да и слышишь, он меня реально пугал аж. Но ты вроде похудел. Нет, он сидит просто как Конор такой. Чо? Итак, грудь стала, ё-моё, 127. Грудь у него 136. 9 сантиметров сисек ушло. Девчонки бы расстроились. Теперь самое главное, померить мою талию. Ну да, сколько ушел наш животик? Итак, я себе... Матом нельзя ругаться. 120. Метр 34, я так в 5 классе роста, мне кажется, был. 14 см ушло с животяра этого. Мне кажется, он там просто, ты что, органы спрятал там? Ладно, давай жопу твою померяю. Так, задница была у нас 1,28 м, сейчас у нас задница. Задница это самое главное, чтобы задница не ушла. Хорош, снизу вообще 121. Я ягодицу сейчас найду. 128. Ну это нормально, по всем сантиметрам. Блин, задница не должна уходить, задница самое главное. Да, подожди, плечи были 146. Но здесь бы, конечно, было бы круто, если бы вообще не ушло. 140. Офигеть. Ё-моё, 1,46 м. Слушай, может быть, ты и похудел на тридцатку, фиг знает. Животик-то ушел. Ну блин, ладно, погнали взвешиваться, это самое основное, конечно, самое важное. Ну чё, ты готов, бро? Сейчас мы знаем. Слушай, может быть, я просто дам тебе 100 тысяч, и мы пойдем кушать, жрать? Если у тебя реально есть 100 тысяч, нет, мы должны вот этим вот людям показать, насколько ты спрогрессировал, брат. Мы должны это сделать, потому что люди болели за тебя, миллионы просмотров, мужик. Все тебя говорили, супер Стас, и мы сейчас узнаем, буду я бритым или нет. Они кричали, толстяк, и писали. Они наоборот говорили мне, не называй его толстяком. Да. Ребята, я его не называю толстяком, все честно. Сейчас, смотрите, в слоумо, опускайся вниз, смотри. Братан, а ты вообще, скажи честно, как ты считаешь вообще, брат? Ну что там будет сейчас? Ну честно скажи, тяжело было, блядь. Было, конечно, очень все сложно. За эти месяц-два, два раза болеть. Съемки. Ну давай, брат. Все, перед смертью надышишься, мужик, давай. Короче, ребят, чтобы сейчас Стас выиграл, ему нужно весить 121 килограмм, потому что изначально он весил 150 килограммов и 700 граммов. Честно, даже волнуюсь я. Доставай уже, блин, что ты томишь, ты месяц. Ну слушай, может, все, 100 тысяч, и я похудел. Не, брат, мне так давай не бывает. Давай договоримся. Так не работает, брат, давай.
134 800. Тебе не хватило 14 килограммов до достижения твоей цели. Честно, не ту цифру, которую я хотел видеть. Оправдываться в этой ситуации мне незачем, потому что, ну, нету 30 килограмм. Можно сказать, что комментаторы, которые писали, что Стас не похудеет, оказались правы. Но, ребят, я не хочу, чтобы вы сейчас меня хейтили. Я дошел до конца. Я делал все, что Леша просил. Не, ну это правда, реально, парень тренировался, парень, ну, делал все, в общем-то, ну, фиг знает, я не понимаю. Но мы за месяц, 20 дней похудели на, сколько, на почти 17 килограммов. В принципе, это неплохой результат, ну, спор есть спор, брат. Хочу одно сказать, что на канале у Леши за эти месяц 20 я, главное, не похудел, да, это честно, цифры не обманешь. Но в некотором случае я себе доказал некоторые моменты, которые я боялся. Я сделал то, что, наверное, бы без Леши и канала, и без вас бы я не сделал бы. Я прыгал, еще раз прыгал. Крутил сальто. Сбрасывал, люди не верили, сбрасывали, наверное, даже, ну, как говорят, спустили воды, но это было невероятно сложно, мы сбрасывали 4 килограмма, и я сейчас стою и ни о чем не жалею, ни о чем не жалею, жалею только о том, что не похудел, но не жалею то, что этот проект прошел, но мне кажется, останавливаться на этом не стоит, потому что я вешу на данный момент 134 килограмма, а это не мой вес, который я хочу 100, ну, как моя девушка тоже хочет. На самом деле, друзья, есть такой момент, что реально Стас проявил себя за этот проект, ну просто нереально фантастически. Были и переживания, были болезни, были ругания, там все это осталось за кадром. И если вы реально хотите, чтобы Стас продолжил, потому что все-таки, ну реально был краткосрочный проект, мы хотели к Новому году это все успеть, все сжать, сроки сжаты были, ну крайне мало времени, реально, я надеюсь на ваше понимание. Если вы сейчас напишите «Стас, продолжай», «Стас, давай дальше», «Стас, не сдавайся», все что угодно со словом, именем «Стас», то если мы увидим, что вы захотите этого, то мы продолжим в следующем году. И Стас, как уже сказал, Стас держит руку на пульсе, он говорит, нет, только не в следующем году, я больше этого не выдержу. Я нервничаю, когда я начинаю бороду чесать, крутиться, я нервничаю. Самое главное сейчас, я понял, вспомнил все комментарии, люди не увидят тебя лысым. А я потерял 100 тысяч, наверное. Подожди, ты еще не принес мне 100 тысяч, давай, иди за 100 тысяч. Все, я погнал. Ну что, короче, Стас ушел за деньгами, я вот сижу, жду его, и у меня в голове мысли, ну как-то это, знаете, нечестно все-таки получается. Он мне отдает 100 тысяч, условия не выполнены, но он столько трудов потратил, столько труда было вложено в этот проект. Он и прыгал с вышки, он и крутил сальто. И, блин, все-таки, мне кажется, будет честно и по-мужски, знаете, если я тоже выполню свои условия и побреюсь. Вы же так этого ждете, и, блин, это реально интересно. Сейчас посмотрим на Стаса, он нас живой еще не знает. Войдет. Ну где они? Подожди. Эти 100 тысяч я честно заработал, снимая блогеров. Я дал за то, что не выполнил обещание, я не похудел. Эти вот 100 тысяч не банк. Не фейковые. Прям пахнут контентом на ютубе. Придется отдать. Держи. Да. Пересчитывать не нужно. Просто 5 тысяч не хватает. Ну, типа, 95, 100, какая разница? Ну, короче, на самом деле, пока Стас ходил, я долго думал о том, что... Ну, короче, Новый год, проект был очень крутой. Стас реально выполнил, ну, много условий. И чтобы, знаете, ну, по-мужски все-таки в проекте участвовал нас двое. Он отдал 100 тысяч, он все выполнил. И все хотели увидеть меня лысым. Погнали тогда к вам в офис, к Димону Масленникову. То есть не зря это все было. Знаешь, это просто счастье у человека. Хочу сказать, погнали. Ну хорошо, Новый год, ребят, на дворе, и надо как-то, не знаю, закончить его очень круто. Что бы сделать? Побриться, поменять полностью имидж. Этого я не делал никогда в жизни, я не знаю, как я вообще буду сейчас выглядеть. Ребят, ну а теперь человек, который был совсем недавно побрит. Вот знаете тот случай, когда мужик сказал, мужик сделал. В общем, я спал, услышал. И понял, что время настало. Что ты рассуешь? Не, подожди, скажи, пожалуйста, долго отрастает это все? Долго. Долго? Стой, да что ты мне там пишешь? Хер? Давай. Бля, это такая жесть. Твою мать, ощущение максимально странное. Совсем под ноль, слышишь? Да. Вообще под ноль. Да. Не, совсем ноль. Да, ну, типа, ноль. Ну, четверка будет.
Как ты стараешься? Подожди. Смотри, сейчас. Как это выглядит, брат? Как это выглядит, мужик? Славненько. А? Славненько? Хомяк, скажи, пожалуйста, как это выглядит? Чувак, я выгляжу как бикак. Вы не снимаетесь, вы лохну написали. This is army. Цветочек или паучка тебе? Братан, что ты там делаешь? Выгреваю. Я тебе что пробую. Это какая-то херня. Я предлагаю сделать так. Вы сейчас идете и лезвиями хуярите его. Не, да лезвия не будем. Не, почему? Почему? А, объясни, почему? Потому что мы не хотим как яйцо быть. Да, почему? Все, давай. Не, подождите, это не на лосы, это херня. Почему? Не, если под, ну, как бы вы... Ты же под ноль был? Дим, у нас было уже обсуждение, мы это обсуждали. Дима, такие вроде. Намного круче будет, если вы побреете лезвием. Господи, это страшно. Слышим, у меня как-то нет головы. Тихо, продолжаем. У меня просто мурашки бегут, у меня даже волосы поднялись. Хочешь, я поддержу тоже на лысо постричься? Ты реально хочешь на лысо постричься? Ну, мне пофиг. Ой, лезвие. Нет, Ева, девушка Стаса, нет. Тут у него чепчик небольшой. Так обожаю друзей, только они, вот смотри, он ну как ублюдок выглядит, а ржачно, и все такие, вууу. Пожалуйста, напишите в комментариях, как мне лучше, я еще не видел себя с волосами или без. Мне кажется, у меня огромный лоб, и это максимально стрёмно. Все? Могу идти смотреть? Не, ну ты прям типа... Могу идти смотреть? Чё ты ржёшь? У тебя сейчас волос как у армяна. Сука, ненавижу вас. Блядь, мне страшно стало. Такие на лица, а чё такое? Да, сейчас увижу себя, типа, давай. Блядь, ребят, это... Я говорю, вам надо идти и лезвием доделать. Вот просто тебе надо посмотреть, чтобы один раз понять, нужно тебе это или нет. Именно лезвием, чтобы ноль было. Да чуваки, да вы угораете, что ли, нахер? Но я и так стрёмный, как зима. Выключи, типа, это не пойдет никуда. Ты готов? Да нет, чувак, это очень жестко. Это то же самое, ты готов похудеть на тридцатку? Мне кажется, идет. Ну все, готов? Брить его нос. Да, блядь, чего он такой жесткий? Объясни мне, всегда так, блядь, все снимается? Давай жестче. Блядь, давай я тебе ножом побрить. Ладно, брейте на лосы, блядь. Ну и так уже побрили. Все, давай, я тебе покажу, как надо сделать. Вот так, на счет три. Раз, два, три. Ну че, все, короче. Блин, это жесть! Это максимально. Я не знаю, мне кажется, что это максимально стрёмно, реально. Хомяк. Мне нравится. Мне нравится, говорит. Короче, друзья, все в этом проекте сделано. Я лысый. Очень интересный проект, долго шел. Я наблюдал, как он худеет, как он бреется. В общем, максимально я в нем поучаствовал, ребят. Обязательно. Обязательно подпишитесь на Леху, поставьте колокольчик, комментарий, напишите про Стасика. Уже потрясика, и если вы хотите, он будет худеть дальше. Да. Ребят, всех с наступающим Новым годом! Уже увидимся в 2019 году. Всем пока! Боже мой, я лысый.